Прически выглядят непринужденно и брутально. С помощью спрея и геля мы зачесали волосы моделей назад, а затем прикрепили искусственные пряди. Образ поддерживает настроение коллекции. Ее героем в этом сезоне стал воин. Я в восторге от коллекции. Мне нравится, как креативный директор экспериментирует с палитрой и текстурами тканей. По-моему, образы очень свежие, новые для бренда. Особенно впечатлили последние выходы, очевидно вдохновленные концепцией повторного использования материалов. Дизайнер сочетает разные текстуры и принты. На мой взгляд, отличная идея. Сан-Куан — китайский бренд. Возможно, именно поэтому так сильно впечатляет его непринужденный стиль. Такое видение моды свойственно скорее западным дизайнерам, чем китайским. У дизайнера интересный подход. Он обратился за вдохновением к фильмам «Вспомнить все во все тяжкие «Безумный Макс» и успешно объединил такие разные эстетики. По-моему, образы из коллекции Сан-Куанс — это нечто совершенно новое для мира мужской моды. Я впечатлена. Палитра, кстати, тоже потрясающая. Дизайнер создал невероятно творческие наряды. Возможно, такая одежда слишком эксцентрична, чтобы носить ее каждый день, но я в восторге от оригинального стиля коллекции. Больше всего мне понравился черный Total Look с ярким декоративным элементом сбоку. Как только увидел его, сразу закричал жене: «Этот наряд должен быть в нашем блоге».